20 лет назад это было смутное время, о котором обычно говорят, не дай бог жить в годы перемен. В 96-97 годах продолжается борьба за власть. В районе на смену ельциновской политики приходит команда хозяйственников. В свет выходят две газеты «Жизнь района» и «Белоглинские вести», ослабленные безденежьем и политическими распрями. Телестудия «Каскад» прекращает свое существование. На этом фоне действующий совет депутатов во главе с Григорием Слюсаренко принимает важное решение – создать СМИ нового поколения – информационный центр. Благо, что и краевая власть во главе с Николаем Кондратенко проводит политику расширения информационного пространства. Как это было, рассказывает депутат Совета района, председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунальной политики Анатолий Тихонов. Создавать телевидение, это нужно было смонтировать антенну. Решался вопрос, а где же монтировать антенну? Нужно было найти самое высокое место здесь, в Белой Глине. И решили, что все-таки нужно смонтировать на башне. И вот работники жилищно-коммунального хозяйства, это электрики, это сварщики, это плотники, все занялись на башне водозабора организации этого антенного хозяйства. В финансовых вопросах большую помощь оказали предприятия организации района, такие как АО «Нива», колхоз имени Ленина, «Родина», «Успенская», фермерское хозяйство «Заречье» и многие другие предприятия. И помощь оказала большую в этом плане финансовом и губернатор бывший Краснодарского края Ткачев Александр Николаевич. И сегодня вот то, что мы имеем, телевидение, газету, вот, это очень необходимо для района. И я могу сказать, что правильно, что и вот бывшие администрации, которые раньше были, и сегодняшняя администрация, большое внимание уделяют газете и телевидению. Газета – это помощник администрации, это то, что показывает и рассказывает людям, чем живет сегодня район, что у нас строится, как строятся дороги, как водопроводы строятся, как здания строятся, как больницы работают, школы, спорт, культура как развивается, какие проблемы есть и как их собираются решать, эти проблемы. Поэтому я считаю, вот как говорили раньше, что песня нам строить и жить помогает. Так вот, я думаю, газета и телевидение нам строить и жить помогают. Поэтому я хочу поздравить газету и телевидение, весь блок, информационный центр с юбилеем, пожелать всем крепкого здоровья, ну и, конечно, творческих успехов. С праздником вас! Новорожденному медийному предприятию дали название «Родная земля». Придумал его известный в районе политический деятель, заместитель главы района, журналист, поэт Анатолий Караченцев. Это же имя носила и районная газета. В марте 2002 года главой района Сергеем Тулиновым принято решение объединить коллективы газет, сохранив старейшее название «Белоглинские вести». Возглавила Белоглинский информационный центр Любовь Амельяненко, заслуженный журналист Кубани. За 20 лет редакция стала хорошей школой для многих молодых людей, соприкоснувшихся с газетным и телевизионным делом. Сложились журналистские династии, газетчики в совершенстве освоили телевизионные жанры. В свет выходят программы «Дни», «Музыкальный подарок», «Вести поселений», «События, факты, комментарии», «Родники культуры», «Молот БГ». Общественно-политическая газета «Белоглинские вести» выходит тиражом около 4000 экземпляров. Каждая третья семья выписывает и читает любимую районку. В составе центра работают опытные журналисты и перспективная молодежь. Информационный центр по праву считается и своего рода культурным центром района. За долгие годы журналисты не раз становились застрельщиками интересных дел. В 2002 году учредили ежегодный фестиваль авторов и исполнителей бардовской песни, поэзии, под одноименным названием «Родная земля», который на протяжении 8 лет собирал творческих людей не только района, но и других регионов России. Традиционными стали конкурсы и акции среди подписчиков, почтальонов, читателей, которые сближают газету и телевидение с жителями района, повышают авторитет. У коллектива славная история побед и достижений. Белоглинский информационный центр неоднократно становился победителем краевых и всероссийских журналистских конкурсов. Одна из самых значимых наград – почетная грамота Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций и автомобиль за победу во всероссийском конкурсе на лучшее освещение агропромышленной темы. Множество почетных грамот, дипломов, знаков отличия районного, краевого и федерального значения на счету генерального директора центра, главного редактора Любови Амельяненко.
Сколько интересных дел, начинаний, совершений произошло в районе. Ни один факт не прошел мимо фотообъективов телевизионных камер острого журналистского пера. Как было и как стало. Если за плечами 20 лет интенсивной работы, то и сравнить есть с чем. А изменилось в районе очень многое, особенно за последние 10 лет. С приходом современных медийных технологий появились новые возможности. С официальной регистрации сайта началась активная деятельность в социальных сетях. Молодая аудитория расширилась за счет новых проектов. За освещение молодежной тематики на страницах газеты «Спецвыпуск. Молодое поколение» редакция получила в 2017 году федеральный грант. По инициативе главы района Александра Коклина в белоглинском эфире и соцсетях выходит в свет телепрограмма «Молод БГ». Второй год подряд молодежная передача входит в тройку лучших по итогам краевого конкурса, объявленного Департаментом информационной политики. Мы заботимся о молодой творческой смене, проводим встречи, учебу юнкоров, делегируем молодых и талантливых для участия в значимых мероприятиях не только в крае, но и в России. Будущее? Да. У информационного центра есть перспективы, ведь наш коллектив идет в ногу со временем.